Всем привет! Это видео посвящено флешмобу по вязанию от Watch and Knit. Я с удовольствием поддерживаю его и принимаю активное участие. Этот флешмоб посвящен тому, чтобы показать, что вязание не стыдно, и это не занятие бабушек и старых дев. Подумайте сами, ведь как круто и захватывающе, когда ты можешь сам придумать модель, сочетая разнообразные узоры, выбрать пряжу и воплотить в реальность ту картинку, которую нарисовала твоя фантазия. Тем более вязание это эксклюзивно, навряд ли кто-то сможет повторить, как ты, и твоя связанная вещь останется навсегда только твоей, неповторимой, оригинальной и авторской. Вязать можно не только дома, но и на улице, в кафе, в торговом центре, в парке, на площади, просто отдыхая на пляже или у берега реки. Вязание помогает упорядочить мои мысли, и тогда они ложатся так же ровно, как и мои петли.